Всем привет! Сегодня у нас 13 марта 2020 года. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Придерживайтесь моих рекомендаций. Будете всегда с хорошим урожаем. И черешни, и вишни, слив, абрикос, персика, нектарина. Я буду делиться с вами опытом обработки своего сада пошагово. То есть в каждую фазу вегетации. В данный момент это черешня. Будем работать препаратами инсектицидом и фунгицидом. Фунгицидом будем работать от таких заболеваний, как кокомикоз, клястероспориоз, манилиоз и маниальный ожог. Инсектицидом будем работать от таких вредителей, как долгоносик, почковый долгоносик и тля. Сейчас покажу, какая фаза почек конкретно у черешни. Вот можно видеть, и какая фаза почек у вишни. Будем работать одними и теми же препаратами и по вишне, и по черешне. И в дальнейшем буду показывать, когда я буду и чем обрабатывать в дальнейшем эту культуру. Вот на этот момент вот имеет такой вид почки. Нужна первая обработка. Сейчас подойду до вишни. Вот я подошел к дереву вишни. Вот такой вот имеет вид почка на данный момент, фаза вегетации. То есть ее тоже нужно обрабатывать вместе с черешней от вредителей и болезней. Буду бороться по данным культурам вот такими препаратами. Препарат Хорус и препарат Актара. Они отлично работают в данный момент вегетации. Обращаю ваше внимание на данные препараты. Чтобы убереться от подделок, обращайте ваше внимание на упаковку. На упаковке видно матовое тиснение фирмы-производителя. На подделках этого нету. То есть это первый признак, что у вас оригинал, если есть тиснение. Плюс с правой стороны на каждой упаковке есть дата изготовления и маркировка. Вот такие вот препараты. Это все смешиваем, два этих препарата в один бак на 10 литров. И проводим опрыскивание рано утром или вечером. В дневные часы стараюсь не проводить обработку, потому что сильно все обсыхает. То есть нежелательно. Лучше вечером или утром. И желательно, чтобы не было осадков и ветра. И тогда вы получите отличный результат вашей работы. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.